В эти минуты в Тбилиси проходят переговоры лидеров двух стран – Беларуси и Грузии. Александр Лукашенко и Георгий Маргелашвили обсуждают аспекты экономического партнерства и перспективы в наращивании товарооборота, развитии производственной кооперации. Переговорам предшествовала красивая церемония встречи в президентском дворце. Это официальная резиденция главы грузинского государства в историческом районе Авлабари. Архитектурный комплекс возведен в 2009 году в стиле классицизма с элементами греко-римской архитектуры и итальянской. Ренессанса. Во дворце прозвучали гимны двух стран. После официальной церемонии лидеры отправились на переговоры в формате один на один, затем для обсуждения вопросов в расширенном формате к ним присоединятся члены делегации. По их итогам планируется подписание пакета международных документов. Как сообщалось, президенты рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также уделят внимание контактам в сфере политики, обсудят ситуацию в мире и регионе.